Ну, а теперь, кстати, вот и перелетим в другие страны, к международным новостям перейдем. В столице Мали отбили атаку на отель. В гостинице там базировалась миссия Евросоюза по военной подготовке. В здание пытались проникнуть 4 террориста, их встретила огнем охрана миссии. В итоге один боевик убит, 2 сейчас допрашивают. Что случилось с 4-м, пока неизвестно. В МВД страны пока не знают, и кто стоит за этой атакой. Отель оцепили силами малийской армии и миротворческого контингента ООН. В миссии ЕС заявили, что потерь среди сотрудников удалось избежать.